Древний Киев, колыбель истории русской и украинской. В многолюдной среде городов наших он был одним из самых красивых и счастливых братьев. Невзгоды войны надолго оторвали его от нас, но всегда он жил в сердцах наших людей, наших воинов. Любимый город, славная столица советской Украины. Осуществляя план Верховного Главнокомандующего, выполняя приказ командующего Первым Украинским фронтом генерала армии Ватутина, части Красной армии, взламывая оборону противника, прорывались к городу. Битва перекинулась в киевские предместья. Герои днепровского штурма прорвались в черту города. Картина чудовищных злодеяний, совершенных бежавшими немцами, открылась взору первых наших бойцов на улицах освобожденного города. Отступая, немцы в бессильной злобе пытались сжечь одно из чудес мира — древний прекрасный Киев. С утренним туманом смешивался чад подожженных немцами зданий.
Пламя великого города взывает к мщению. В первые часы этого дня Киев был пуст. Немцы силой изгнали уцелевшее население из центра города. Под страхом смерти запретили жителям возвращаться в дома. Одни из самых веселых, шумных улиц нашей страны в дни оккупации стали пустынными.